Еще раз напомню, что сегодня действует максимальная скидка на платье Нианель. Это специальное предложение сегодняшнего дня. Вы можете представить себе, чтобы платье от известного бренда Олмис, от известного конструктора-дизайнера Ирины Московцевой, было как маленькая детская футболочка. Для меня это впервые. Вообще в истории моды происходят чудеса. Возвращается Руссо стайл, когда мы под росписи выбираем принты, когда мы сочетаем восточную тематику поясли и цветы. Но как бы то ни было, флористика остается актуальной. У нас для вас платье Нианель представлено в 5 расцветках. Вчера это платье покорило наши подиумы и ваши сердца. Давайте знакомиться с расцветками. Я выбираю для себя оттенки сиреневые, очень красивые. Мне очень нравится это нежное сочетание. Обратите внимание на сиреневое превосходство на моем платье. Следующий цвет – насыщенная бирюза, цвет морской волны на синем. Обратите внимание на зеленый цвет на черном. А здесь мы видели с вами розовые цветы на синем. Дальше у Ольги голубые, красные, розовые цветы. Мы попросим нашего продюсера нам помогать с расцветками. И красные цветы на черном. Итак, друзья, 5 цветов на выбор. 999 рублей. Это цена только сегодня. Это максимальная скидка для вас. Ну, скажите мне, пожалуйста, вот вы наверняка ходите по магазинам. Но сколько стоит блуза? Сколько? 2-3 тысячи рублей, правильно? Сколько стоит маечка, топик? Сколько? Ну, максимум, там, минимум 1500 рублей, правильно? У нас 999 рублей за потрясающее платье, поднимающее своими цветами настроение. Не упустите свой шанс, ведь у нас еще и 62 размер есть в наличии во всех 5 цветах. Мы обязательно повторим вам еще наши расцветки. На нашей Татьяне сейчас красные цветы на черном, дополнено платье Нианель осенним рандеву. Вообще, Оля, я люблю это платье за то, что это всесезонное решение. И даже несмотря на то, что вискоза была любимым материалом в летнее время, она продолжает женщин радовать. Вискозное трикотажное полотно – это просто золотая находка для женщин, кто не хочет расставаться с летом. Но при желании утеплиться вы это можете сделать при помощи жакета, как на Татьяне, осенний рандеву, либо вязаными кардиганами, либо удобными жакетами из костюмной ткани. Но пусть они будут однотонными. Вот, мне очень нравится, что здесь у нас столько цветов, столько любви. Свет, ты замечала, когда мужчины нам приносят букет цветов, мы сразу автоматически становимся счастливыми, правильно? То есть цветы аккумулируют счастье внутри каждой женщины. Будьте счастливы ежедневно, надевая платье Нианель. 999 рублей стоит сегодня ваше счастье. Ну что ж, давай посмотрим на ткань. Итак, этот цвет красные цветы на синем. А я хочу показать плотность трикотажа, его невероятную упругость и эластичность. Я обожаю такие ткани еще и за то, что они не только комфортно сидят на фигуре. Вискоза – это тот материал, который хорошо садится и убирает секреты. Вот посмотрите на меня. А, конечно же, любой женщине хочется иметь и обладать идеальными пропорциями. Но у нас это не всегда получается. Что я делаю? Я выбираю трикотажную вискозу. Она садится по фигуре, но не впивается в мои проблемные зоны. Она вроде бы прячет животик. И посмотрите, вот эта свобода, которую я для себя выбрала, подчеркивает все-таки стройность. А то, что здесь выбрано две ткани, вы видите сейчас эту полоску, они зрительно меня сужают, когда я, например, стою боком или полубоком. Происходит коррекция фигуры, и сама по себе ткань с принтом – это уже отвлекающий маневр от наших с вами недостатков. Вы хотите постранить так же, как Светлана Воронцова? Звоните к нам. Не обязательно для этого покупать просто черные скучные платья. Можно купить платье Нианель по супердоступной цене за 999 рублей и постранеть, и посвежеть, и помолодеть. Ну, посмотри, как оно освежает. Ты знаешь, мне очень нравится сочетание ярких цветов и нашего жакета «Осеннее рандеву». Татьяна носит сдвоенный размер 50-52, у Евгении сдвоенный размер 50-48, у меня
152 размер. А если у вас сдвоенные размеры, выбирайте в сторону большего. Если у вас единый размер, как у меня, вот я выбрала размер в размер. Но для некоторых женщин кто-то ценит свободу, поэтому вы можете выбрать на размер больше. Вы обратили внимание на эти нежные краски? Все-таки как здорово, когда мы можем с вами даже не пользоваться косметикой, а эти нотки подчеркивают или цвет глаз, или, как на Татьяне, делают наше лицо более румяным. Мне очень нравится, Оленька, как сидит это платье, и у меня ощущение, что я сузилась. Да, конечно, ты сузилась. Не только ты, но и Таня, и Женя. Вы все суженные, прекрасные. Ряженые, знаешь, как суженные, ряженые. Ты знаешь, я хочу тебя спросить, вот когда мы выбираем для себя платье, на что нужно первоочередно обращать внимание? Ну, всем просто разные. У кого-то грудь большая, например, да, вот у меня. У кого-то бедра большие. На что нужно ориентироваться? Ну, при выборе любого изделия мы ориентируемся всегда на комфортную посадку. Если ткань не тянется, как бы эта вещь вам не нравилась, ну, согласитесь. Если где-то что-то пережимает, если где-то что-то выпирает, лучше такую вещь не покупать. Давайте еще раз посмотрим на свойства нашего материала. Вот эта эластичность, Оля, это прекрасный пример того, что это платье сядет на любую фигуру. При этом я хочу сказать, что за счет принта мы убираем излишки, которые часто нас раздражают. Вот это платье сядет на любую фигуру. Невероятная эластичность ткани, возвратный эффект, упругость этой ткани, комфортная посадка, правильное лекало. Все говорит о том, это платье не Анель, идеально подстроится под любую фигуру. Прямоугольного типа, яблочко. У Танечки на степ фигуры груша. Но вы видите, что это платье безупречно подчеркивает только ваши плюсы. Вы хотите, чтобы платье подстраивалось под вас, а не наоборот? Вспомните, часто такое бывает. Приобретаем красивое платье, надеваем его, вроде ничего, чуть-чуть поправились, все, платье отказывается от вас, его невозможно на себя надеть, оно трещать начинает. Наше платье изумительно тем, что оно подстраивается под любую из вас, даже если мы немножко поправились. Это платье безупречно смотреться будет на каждой женской фигуре. Оно освежает, оно добавляет нам свежести и романтики. Посмотрите на цветы. Я вижу, как вы улыбнулись. Я вижу, как вы сейчас счастливее становитесь, правда? Выбирайте для себя оттенки счастья и звоните к нам в колл-центр. И делайте свои первые покупки. 999 рублей. Это не цена для платья. Я уже счастлива. Менее 1000 рублей за счастье? Вот это да! Платье Нианель. Известный бренд Олмис, который сегодня можно по праву считать совместное предприятие России и Италии. Если вдруг кто-то спросит вас, а кто дизайнер этого удивительного платья, можно смело назвать, что дизайнером этого платья является российского происхождения дизайнер, который живет в Италии. Это Ирина Московцева. Удивительная женщина, которая делает вашу жизнь прекрасной. Итак, по расцветкам. У меня голубой на синем. Здесь мы видим с вами розовые цветы на синем. Следующий цвет, красные цветы, вы видите, они более ярче, на синем. На Ольге Грядуновой, у Ольги Грядуновой в руках зеленые на черном. И следующий цвет, красные на черном. Вот такие 5 пока цветов на выбор. От 46 до 62 все размеры в наличии. 800 рублей вы сегодня экономите. И 999 рублей. Да, вы можете ущипнуть друг друга. 999 рублей за платье шикарное с омолаживающим эффектом.